макияж. Это очень модный хвост. Легкий, небрежный. Чак, ничего плохого никто не говорит, я перескакиваю. А то мы так часто говорим. Ангелина, ты супер, у тебя супер платье. Я тебе не показывала. Супер образ пишут, очень красивая прическа. Настань, пожалуйста, у тебя. Платье, все в целиком. Платье с белой спинкой. Можешь тоже на мой перископ? Да, конечно. Я уже не скопала. Вот, Настя просто шедевральная. Она просто украшение любой съемки. Я восхищена. За мою прическу от 5000. Как мне найти? Можете найти Селия Кучумова. Кучумова, Селия. Позитивное настроение. Да. Да. Все. Ага. Давай. Ну чего? Как у вас дела там? Расскажите. А мы вот все, последнее платьишко снимаем. А что у меня там на спине? Как он? Там спина, да, открытый бантик. Классно. Не знаю. Не видел. В общем, последнее платьишко снимаю и почти свободно. Почти свободно. Сниму платьишко. А можно я тут присяду? Или нельзя? Да? Настя, куда делась? Садись. Я тут. Я в перископе сижу. Платья офигенные, просто нереально. Мне кажется, я теперь вообще буду ходить всегда в платьишках. Так понравилось. Так круто. Я уже присмотрела себе пару платьев новогодней коллекции. Вот. И представляете, с Майер тут встретились на съемочке. Да, да, платья дорогие. А дорогие платья? Да нет. Ангелин, дорогие платья? Эти нет, вот это 5000. От 5000 платья. А такие новогодние в пол, например? 12 тысяч новогодние. Недорогие платья, но они такие крутые, правда, девчонки. Там есть одно платье, оно такое, как змеиное, да, оно со стороны? Как это? Мась, ты что залипла? Прибилась тебя. Из пайеток. Из пайеток сделано черное платье, оно такое обтягивающее, там открытая спина и сзади бантик. Так круто вообще. У меня хамелеон глазки. Зеленые, серые, голубые. А где их купить можно? Я сейчас выложу фотографию, отмечу. Вы будете уже понимать. Привет. Привет, привет всем. Вот, и вы будете понимать, где можно приобрести платье. Натуральность больше идет. Мне тоже нравится моя натуральность. Да, иди сюда, идем. Ой, это не я уронила, честное слово. Это не я. Правда, не я. Кого? Чьи ценники 300 тысяч? Вы чего? Нет. Здесь недорого. Ну, ты же не будешь часто носить, допустим, платье в пол, правильно? Одно и то же. Поэтому, ну, можно взять какое-то недорогое, дешевое платье на раз, на два. Ну, правильно говорю? Правильно.
Пау Себастьян. Ну, примерно вот 15 тысяч тот. А вот которая на мне платье, оно 5 тысяч. 5 тысяч. Хотя вам в зеркало себя покажу, и вы посмотрите. Просто я не видела спину этого платья, и я хочу посмотреть его. Вот. Да. Зая, передай привет моим подписчикам. Привет, подписчики Киевушкины. Здравствуйте, Киевушкины. Да, представь подписчика Марина Майер. Марина Майер, подписчики, привет. Ой, смотрите, какое платьишко. Тут спина, да, классная. Да? Почему так вот? Тут это... комфорт, лодочка. Ой, у меня 10%. Сейчас я досниму платьишко. Пойду его на машину, поставлю его на зарядку. И поеду дальше работать. Пойду дальше работать. Мы сегодня на самом деле очень много красоты не снимали. Кстати, вот это платье уже приедет. Нет, нельзя не коснуться. Та-та-та-та-та-та-та. А ты все не снимаешь уже, да? Ты уже не снимаешь. Да-да-да-да-да. А чего вам не нравится мой мейк? Вам мой мейк не понравился? Правда? А что вы хотите? А, помогу, чтобы патя летала? А, это нужно пушку уже было. Привет. Привет. Паночка. Ну ладно. Фотки, но у меня будут фотки. Я выложу фотки точно. Точно-точно выложу фотки. 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 И меня снимите, я поеду. Патя черная. Да. Фотки. Фотки. Вот мои глазки. Ну ладно, это все понятно, ясно, понятно. Я даже не знаю, что кушать, спать. Или купить новую Патя. Немножко написала макушечку. Надо было снимать. Практически нет никакого спекулирования. У нас есть техника стропинг. Все очень легкое, такое секси. Какая у тебя в инстаграме? Меня? Киу. А вы просто по-русски пишете Киушкина. Киушкина Анастасия. Все, вот это всегда модель, которую я встречала. Она меня просто вдохновляет. А здесь давай перископ в перископе. Идем? Давай.
Так, да, у меня 10%. Все, ребят, всем пока-пока. Я как сниму, как поставлю телефон на зарядку, обязательно выложу кучу фоток, просто нереально много фоток. И из этого в перископ.